Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. Но сегодня мы будем лепить. Да, Лео, будем лепить. А что же мы будем лепить? Давай слепим собачку, мы еще не лепили собачку. О, собачку, точно, точно, я люблю так собачек, они такие милые. Конечно же, ребят, лепите с нами собачек. Будем лепить классическим пластилином Лео. Легко разминается, очень пластичен, яркие и приятные цвета. Это то, что нужно для детского творчества. Берем хорошее настроение, белую бумагу, сделаем поделку. Большую голову собаки. Лео, идешь? Конечно, я уже здесь и хочу с тобой слепить такую большую голову. А она будет простая? Очень простая. Ребята, у вас тоже все получится. Для начала возьмем коричневый цвет. Разомнем его как следует. Вот так помнем и покрутим в ладошках, чтобы он стал теплый. Очень мягкий пластин. Он теплый. Он легко превращается в то, что тебе нравится. И мы сейчас с самого начала сделаем большой шарик. Вот так покрутим в руках и этот шарик расплющим. Раз, два, три. Можно кулачком побить, а можно просто двумя пальцами раскатать и расплющить. И сделаем большую голову. Голова будет действительно большая, чтобы собачка была добрая, добрая, большая, большая. Может быть, щенок. У щенок большие головы, ты знаешь, Лео? Да, и у меня тоже большая голова. У тебя действительно большая голова. Это классно. Ребят, вот так мы слепили большой блинчик или лепешку, как ты ее не назови. Это все равно большая-большая штукенция. И похожа она на голову. Большой кружочек. Мы его прилепим. И вот такая у нас голова здесь будет посередине. Она не очень большая, но мы ее сделаем еще больше с помощью наших пальцев. Мы можем раскатать и расплющить побольше. Это называется поделка рельеф-барельеф. Когда мы лепим и делаем пластилинографию, можно назвать. Мы лепим и рисуем, как будто мы лепим пальчиками и рисуем пальчиками. Это похоже на краски. Мы нарисовали большой круг. Это голова нашей собачки. Вот так раскладим, погладим, чтобы она стала гладенькая, гладенькая, гладенькая. А следующий мы возьмем коричневый. Темно-коричневый, да? Да, Лео, темно-коричневый. Берем темно-коричневый, шарик тоже из него делаем, а после этого делаем вот такую колбаску. Колбаску делим на две части, и у нас получается, как это называется, два уха, два уха, два уха, два уха. Да, два уха. Уши мы, не ухи, а ухи, ухи, уши мы расплющиваем, и получается большие, длинные такие вот мешочки. И этот мешочек мы с одной стороны здесь прилепим, а другой с другой стороны. И собачка у нас будет очень ушастая, очень добрая. И вот такая собачка, смотри. И очень легко это слепить, согласен, Лео? Я, конечно, согласен, это правда легко. Ребят, я уверен, что у вас получится. Я еще раз зову вас вместе слепить. Да, ребят, лепите вместе с нами. Если у вас что-то не получается или вы отстаете, то обязательно догоняйте, ставьте на паузу, это на Ютубе и в Инстаграм возможно, и рисуйте дальше, лепите с нами. Следующим мы возьмем светло-оранжевый. Светло-оранжевый, когда мы смешали белый или оранжевый цвет, и получились такой нежный, красивый цвет. Ну, если у тебя нету такого цвета, то можешь взять желтый, и это будет тоже красиво. Вот так мы его помнем, сделаем шарик, аккуратненько разгладим. Он очень красивый. Мы его расплющим и приклеим на мордашку нашей нашей собачки. Вот здесь, в нижней части у нее мордочка, а тут два глаза. Два глаза мы сделаем белым. Возьмем два белых кусочка. Сначала я беру всегда один, ребята. Это очень легко. Это что, ты рассказываешь, как ты делишь? Да, как я делю и делаю два одинаковых глаза. Я сначала беру белый кусочек пластилина, делаю из него шарик. Из шарика я делаю вот такую вот колбаску. Колбаску я делю на два. И получается у меня две одинаковые части. Очень легко делить. А два шарика я уже расплющиваю и прикрепляю вот сюда. И получается у меня собачка с большими добрыми глазами. Чтобы глаза были красивые, добавим ей немножко голубого цвета. Возьмем пластин голубого цвета. Опять-таки разделю точно так же на два кусочка мою колбаску. Расплющу и приклею. А теперь осталось только добавить черного. Черное — это зрачки. У каждого животного есть зрачки, и мы их можем прикрепить. Собачка может смотреть вот так.
вот так, наверх, налево, направо и налево. Туда, куда ты хочешь, туда и крепи. Я посерединке приклею, и получится, что моя собачка ровно смотрит на меня такими вот зрачками. Также можно сделать два блика. Это очень легко сделать, но собачка будет играть бликами, будет очень красиво смотреться. Носик, носик сделаем черным. Поставим черный кусочек и приклепим к него небольшой белый кусочек. Вот такой вот. А теперь берем ножичек, который идет в комплекте, ребята. Самое интересное, когда мы рисуем, еще и ножичком делаем вот такие две полукруглые линии. Это ротик нашей собачки мы делаем. Ротик. У собачки есть и язычок. Его мы тоже можем сделать. Вот здесь вот так прикрепить. Вот. И тоже надавить. Вот собачка у нас и получилась. Какая милая, красивая собачка. Мне очень рад, что мы с тобой лепили. Да, ребят, поделка очень простая, и я думаю, она у вас получится. Если у вас в руках остался еще ножичек, то вы можете поделать вот таких полосочек. Это очень легко сделать. И собачки, ваши собачки, которые вы сделали, тоже появятся волосики. Это очень интересно смотреть, как появляются волосики у собачки. И легко сделать. И получается очень красиво. Мелкие детали тоже появляются. Мы делаем текстуру. Здесь можно точечки поставить на мордашке. И вот теперь-то все здорово. Правильно? Да, ребят, приходите к нам, подписывайтесь на канал. Лео рисует легко найти. Легко найти на Ютубе. Ставьте нам лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые поделки для вас каждый день. А также на Ютубе и не только. Есть еще в Инстаграм и в ТикТоке классные музычки с классными роликами про творчество. Ребят, хороших вам времени, когда вы лепите и делаете поделки с родителями и друзьями. Пока-пока!